Всем привет! Сегодня я расскажу вам о дате выхода третьего сезона сериала «Закон каменных джунглей». А также вы узнаете, что вас ожидает по сюжету и кто из актеров отказался сниматься. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и приятного просмотра! Интригующая концовка второго сезона, где убили Гушу, а парней поймали с багажником травы, заинтриговала фанатов. Никто не ожидал такого поворота событий. И естественно, стоит ожидать продолжения сериала. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Официальной информации о продолжении нет, но планируют снять не только третий сезон, но и фильм. Кстати, сценарий полнометражного фильма уже написан. За него взялся Илья Куликов, сценарист первых двух сезонов телефильма. По мнению Ильи, «Полный метр» станет идеальным завершением истории о трудных подростках. Сюжет картины расскажет о том, что произошло с главными героями после окончания последнего сезона телефильма. По задумке Куликова, в новом проекте будет несколько новелл, посвященных определенному персонажу, которые будут между собой переплетаться. В сериале и в фильме отказался сниматься Александр Мельников, он же Гоша в сериале. Но продолжение будет в любом случае. Даже Александр Мельников у себя на странице написал: «Это конец моей истории, но не конец истории ребят». Так что не стоит переживать. Почти все источники сообщают, что премьера состоится в середине 2018 года. Но, увы, это не так. Если и будет третий сезон, то увидим мы его не раньше 2019 года. Также и с фильмом. Ставь лайк, если уже не можешь дождаться третьего сезона. Итак, что же нас ожидает в третьем сезоне? Куда приводят мечты, мы уже прекрасно поняли по второму сезону. Но ребята рано или поздно выйдут из тюрьмы, либо их вообще не посадят. И начнется мясо, они будут мстить Вадику, ведь это он их подставил. Гоши уже нет, да и сам актер сказал, что не будет принимать участие в съемках третьего сезона, так как его график полностью забит фильмами и сериалами. Но есть Гуфи, который вполне может стать четвертым бандитом. Мент Саша, не стоит про него забывать. Он хоть и ДПСник, но у него явно есть крыша выше Вадика. Вор в законе. Ему только шепнуть, что Вадик крыса, и это разнесется среди всех. Глядишь, и ребят отпустят, как батю Гоши. Сыпа так и не завалил Лизу. Думаю, всем хотелось этого. Да и Жанна, у нее не все нормально с головой. Баба-то она умная, может замочить Вадика. Деньги есть вызволить ребят на свободу. Впрочем, развилок масса, и третий сезон получится мега интересным. Осталось только дождаться его. Ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей о сериале.